мультимедийном пресс-центре «Спутник Беларусь» прошла онлайн-конференция, посвященная возможностям обучения в российских вузах для выпускников белорусских школ в 2021 году. Смотрим! Подробнее о возможностях такого обучения рассказали представители Россотрудничества, которое в Республике Беларусь объявило о наборе кандидатов для поступления в 2021-2022 году в российские вузы за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. В качестве примера на конференции был организован видеомост с Казанским университетом, от которого выступила студентка первого курса Института международных отношений Мария Родионова. Она поступила в вуз по данной программе и поделилась своими впечатлениями. Меня приняли все очень хорошо, и работники КФУ, и преподаватели, все меня поддерживали, все мне все объяснили сразу, и у меня не было никаких проблем ни с заселением в общежитие, ни с началом как бы учебы. Также у меня очень хорошие одногруппники. Я чувствую себя абсолютно комфортно здесь. Мария Родионова решила связать свою жизнь с изучением языков и поступила на востоковедение. Сейчас она изучает турецкий и английский. В первом семестре у нас было языкознание, крутой предмет. Очень люблю языкознание. Вот. Теперь у нас есть традиции и обычаи Востока, еще география, повышенный уровень турецкого языка. И мне все очень нравится. По словам Марии Родионовой, ей очень комфортно в Казани. Она не испытывает никакого стресса из-за переезда в другую страну и чувствует себя абсолютно счастливым человеком. Сегодня в Казанском университете обучаются 6 граждан Республики Беларусь. Казанский университет в рамках соглашения о сотрудничестве работает с 9 белорусскими вузами. Насчитывается несколько сотен совместных публикаций, совместные мероприятия, а также визиты делегации Республики Беларусь в Казанский университет. Отметим, что вуз также примет участие в выставке «Образование и карьера-2021». Диана Желенкова, Универ Ньюс.